я прихожу домой и говорю: мам, такая ситуация, как бы вот пригласили в волейбол сходить, позаниматься, посмотреть вообще, что это и как это. Он говорит: доча, не надо. Я говорю: ну почему? Ты же оттуда больше не уйдешь, тебя же затянет. Все, уже сколько, наверное? 7, мне 30. 23 получается. Являюсь прям свидетелем того, что было 10 лет назад, не было практически ничего, сейчас появляется все условия для детей. Парки забиты, в волейбольной площадке нет свободного места, на воркаут-площадках все занимаются, вот все, что можно, все занято. Много уже появилось объектов, то есть каких-то секций спортивных, где свободно можно прийти, позаниматься, там, допустим. Сейчас все это, ну, доступно для каждого человека. Я сейчас вижу это очень сильно по Тульской области, да, по тому, какие вещи делает наш губернатор, да, и как развивается там мой любимый хоккей, не говоря о моем любимом волейболе, да, о легкой атлетике, о велоспорте. Строятся современные дворцы. Опять же, вот в Новомосковске, в Туле построено уже довольно-таки много коробок и как открытых, так и закрытых. Вот сейчас достраивается Тула-арена, мы очень надеемся, что мы скоро начнем там тренироваться. А наш зал, вот этот старый, его уже неоднократно ремонтировали, он сейчас отвечает всем самым современным требованиям тренировочного процесса. Мы владеем вот таким прекрасным гимнастическим залом, мы имеем возможность тренировок, у нас нет проблем с размещением наших спортсменов. Все вовремя, все четко спланировано, на все официальные старты мы ездим не за свои деньги. Если какие-нибудь проблемы возникают, там не хватает средств в сборной России, как бы у нас регион всегда поддерживает и выделяет средства на поездки там за границу там и просто на сборы. Спасибо нашему центру, нашему правительству. То есть мы, да, если провести параллель, там 12-й год, когда я пришел, и вот сейчас, то есть мы поднялись уже на такой качественно новый уровень, то есть уже чувствуешь себя именно профессиональной командой. Ну, если брать в детском хоккее, то главная задача, наверное, привить детишкам любовь к спорту, чтобы они полюбили этот спорт, направить их, чтобы они правильно развивались, чтобы у них без травм вся профессия, вся карьера прошла, им легче потом будет уже в профессиональном спорте. Находит вот нужный ключик там вот к душе вот ребенка, как он может, возможно, уговорить, может где-то поднадавить, чуть-чуть заставить сделать. Потому что у нас приходят маленькие детки совсем, которые еще не всегда понимают, хотят ли они заниматься фигурным катанием или нет. Это желание родителей. И вот чтобы родители доверяли тренеру и слушали, что он говорит. Тренер всегда хочет, чтобы для ребенка было хорошо. На соревнованиях, в лагере это круглосуточная работа, когда ты не только тренер, ты и папа, и мама, и врач, и сапожник, и все, ты должен уметь все делать. Душу вкладываешь в спортсмена, они становятся те, как дети. Естественно, ты переживаешь за него, как за своего ребенка, как за самого себя. Отдать свою душу всю, вложить в ребенка, чтобы ему понравилось заниматься, воспитать мастеров спорта и спортсменов высокого класса, также и олимпийских чемпионов. Самое главное – это научиться после падения вставать. Вот это основное. И скорее всего, это им должно помочь в жизни потом, что они умеют падать и умеют после этого подняться. Для спортсмена в большей степени на соревнования он всегда выходит побеждать себя. То есть он не выходит соревноваться там с соперниками или еще с кем-то, он выходит именно побеждать себя. Такой посыл в плане настроя всегда, когда выходишь на поле или на площадку, что всегда нужно идти до конца, что бы ни происходило, стараться выложиться по полной. Человек, который добивается своего, несмотря, наверное, ни на что. Вернуться домой, защищать, я не знаю, честь города, ведь это тоже ведь многое для нас, для местных, значит, что ты представляешь свой клуб, свой город, ты здесь вырос, ты, ну, многому научился. Это не передать словами, это надо прочувствовать. Это, конечно, большая гордость испытываю, и каждый день
просыпаюсь, я понимаю, что я счастливый человек, занимаюсь любимым делом. Ну, спорт – это, наверное, больше, чем какая-то часть, это вся жизнь. К какому-то возрасту ты оглядываешься и понимаешь, что все твое времяпрепровождение, все твои помыслы и чаяния подчинены одной цели, одному действию – спорту. С самого детства, наверное, это образ жизни, это радость большая. Не знаю, все, что есть у меня, наверное, связано со спортом. Это все, это та жизнь, которой живешь, тот воздух, которым дышишь. В спорте я уже 40 лет. Спорт для меня – это вся жизнь моя. Вот. И без него я, наверное, не видела другой профессии, как вот именно тренер по спортивной гимнастике. Вот это вся жизнь. Так и закончится, наверное, в спорте. Работа не для пижонов, покоя ни днем, ни ночью. У тренера хлеб тяжелый, у тренера жизнь короче. К победе нащупай доступ, к рекордам сумей пробиться. Нет, тренером быть непросто, им нужно хотя бы родиться.